первым делом самолеты. Ну а Вовочки, потом. Всем привет, Это когда пиратская жизнь. Да, первым делом в туалет, мыть ручки, писить. А потом, как говорится, уже по распродажам. По ресторанам, Да, Вовка? Вот так вот. Терминал 21. Поднимаемся по большому длинному эскалатору. Кто любит эскалатор, приезжайте, покатайтесь. Вот нам чем нравится торговый центр? Здесь прохладненько, хорошо. Много звон с интернетом. Прикольные туалеты. Вот, везде там все, что надо, есть. Есть водичка бесплатная. Вот, можно здесь потусить. Очень прикольно. Много интересных локаций, где пофотографироваться совершенно на халяву. Вот. Ну и когда на улице жарко, здесь самый кайф. Да, мощи-мощи. Ну что, вы вот гуляли по ярмарке, сходите, смотрите, я там все кое-что приобрела. Вот. Как всегда, деньги тратятся в никуда. Ой, это такое, знаете, значит, оно должно было быть так. Значит, природа, Бог взял деньгами, я так всегда говорю. Когда вот деньги просто так вот тратятся, я всегда говорю, Бог взял деньгами. Ну и ладно, как говорится. Оно потом куда-то в другое место. А, вот сюда пойдем, Пойдем. Так, здесь у нас и магазинчики. И маникюр-то делают, и барберы-то тут есть, и косички-то вам заплетут. Упадете косички на плетем? Пойдем сложную задачу сделаем, скажем, вот на него косички. Вот сможете? Да-да-да. А то мы слишком что-то срезали много. Решили косички сделать, да. Да. Как хотите, приклеивайте. Это не мои заботы. Это красиво. Запахи здесь такие, знаете, прям классные. Идешь, прям ароматы такие. Походу, в этом крыле мало ходят. Они рады всем. Да. Японский стиль. Здесь как красиво. Сакура. Здесь гулять одно удовольствие. В этом торговом центре. Просто так. Сюда можно прямо на экскурсию отдельно. А вот здесь туалет. О, смотрите, какой отдел. Это у нас что такое? Это у нас типа... Кроксы. Типа кроксы. Только местные. Дабл. Угу. Кстати, очень многие носят. Видишь, даже утепленные. Вот нифига крокс. Себе. Не, вот такие лучше. Утепленные крокс. Вот такие надо брать. А, видишь. Ё-моё. Они тяжелые, мне кажется, очень. Не, они легкие. Не, просто мы заходили в оригинальный магазин крокс. Очень там дорого стоит. Это просто... А это... Я не понимаю, за что такие деньги. Вообще. Вот такие одни штучки. Он 60 бат одна такая стоит, да? Или 160, я не помню. А сколько она такая стоит? Ну, дело. Здесь, видите, много всякой обуви интересной. Да, что-то типа... Так, а сколько он стоит? А, получается 800 бан. Ну, что да, цена. Явно, а, 490. Да, я вам 3. Не, потому что за 3000 эти кроксы, ну какой смысл? Хотя некоторые ходят. Ой, какие камни красивые. Смотрите. Прям обалденно. А вон там сзади тоже прям такие красивые. Вот кто любитель камней. Кстати, очень много ходят по этому, по пляжу, когда вот ты сидишь просто, и тебе предлагают разные камни. Вот, они утверждают, что они, у них оригинальные камни. А, здесь вот тоже такие вот фигурки. Вот это вот тоже. Попсокет видели с этим. Пазлайтер и прочее. Товар, вы должны купить его в любом случае. Не трогать лучше. О, здесь вот тоже как красиво. Но это вот для фанатов аниме. Вот, я знаю, есть фанаты аниме, причем фанаты даже в таком взрослом возрасте. Вот. У меня знакомая девочка есть, которая фанатеет по аниме. Ездит на многие эти, ну, ивенты, в общем, короче, это, где проводится. Костюмированная. Да, это красиво. Вообще. Катаны. Да, 1300. Не трогайте, да. Катаны. А вот, например, для фанатов это Лига Справедливости, или как там называется? Харли Квинн, Джокер, вот, Веном. Многие-многие. Самолет Тор. Ага. Да. Ну, иди посмотри, да. Посмотрим. Давай.
А здесь, по-моему, где-то был и Смоленск России. Аэрофлот. Аэрофлот, да. Был. Да, где-то был Аэрофлот. А вот Аэрофлот, сухой джет. 290 бат. Трансаэро, кстати, он даже по-русски написано. Вот так вот. Это раньше было. Вон, тайские авиалинии, вон сверху. Бангкок. Да, Бангкок. Star Alliance. Думбай, Флай. Вообще, тут прям много всего интересного. Вижу. Хентай 18+. Да, там уже вон сиськи видно и так далее. А это вот смотри. Джокер. Нет, это Джокер, а это Марлин Монро. Настоящая. Красиво. Классный дело. Прям очень классный. Очень красивые такие вещи. Ой. Не, есть фанаты, которые прям собирают. Ты уронила. Я не уронила. Чё? Вот это, да? Это как котик, да, вот так лапкой. Тык-тык-тык. Сумочки какие прикольные. 350 бат. Ой, какая милота. 350 бат. Как попсокет мой. О, волосатая. С волосенками. Знаете, сидишь, руки нечем занять, косички заплетаешь. Вот так, раз, два. Сумки. Нельзя, одно лицо. Одно лицо. Да, классно. Такие вот сумочки тоже. 229. Милота. Ой, нифига себе, сколько разных висючков. Ой, сколько разных висючек. Прям вообще. Такие, такие. Как много всякой. Шняшки. Подожди. Много всякой шняшки. А, это, кстати, по-моему, уже в кепку. Да-да-да. Это для кепки. Так. Мне кажется, японский этаж, он самый такой прикольный. Здесь вот много всякой вот такой вот штучки. Посмотреть. Это сумка. Прикольно. Сумка, кошелек. Обалдеть. И это сумка. А это что такое? О, много себе. Это кто? Это злые зайтики. Зайцы злые, да? Ага. И не только. Что вообще, бро? Фанатские магазины. А это какой-то, кстати, бренд. Это бренд. Да. Там-там-там-там-та-там-там. А, мы злые мишки. Это зайцы злые. Злые зайки. Вот тоже подобный магазин. Вот дрончик мини. 2800. Да. Кстати, который летает, так понимаю. Снимает. С камерой. Карты какие-то. HD камера. Да. Вот. Помните этот фильм? Старый такой фильм, помнишь? Да. Я не помню. Инопланетянин, да? Нет, это отдельный инопланетянин. Ты что? Да. Вот такими представляли инопланетян. Ни ног, ни попы, ни сисик, ни писик. Да, длинные пальцы. Да, что там? Там ничего нету. Чтобы в телефоне брать, да? Не, кстати, знаете, у меня такое ощущение, что у меня удлинился палец. Знаете, у меня такое ощущение, что я как-то это... У меня удлинился палец, стал очень длинным таким. О, мне этот котик очень нравится. Он тоже можно сфоткаться с этими двумя мишками. Ой, это котик вообще отдельная тема. Ну, какой классный вообще. Чё, слушай, меня просили, знаешь что, на этаж вниз спуститься, айфон посмотреть, сколько стоит. Айфон? Да, а сколько стоит айфон? Выше? А по-моему, ниже или здесь? А по-моему, вообще на этом этаже? Ты уверен? По-моему, да. Нет, я тебе говорю, ниже. Или здесь? Меня просто просили узнать, сколько сейчас айфон здесь стоит. Примерно посчитать. Но вниз потом спуститься. Причем даже ниже, по-моему, японского этажа. Здесь, потому что четвертый этаж, здесь вот это вот еда, 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 еда. Кстати, мы уже начинаем хотеть кушать. Надо потом где-нибудь приземлиться. О, Санта-Фе, кстати, хороший такой кафешечек. Мы не ищем легких путей. Я же говорила, надо было на этаж ниже. А Ваня ищет легких путей. Тут вообще, конечно, прям вот ходить, не переходить. Целый день здесь можно провести. Что-то смотреть, разглядывать. О, вот здесь, кстати, а вот здесь, кстати, ярмарка еды. Там можно походить, там часто угощают. Потому что если у вас денег нет, то там можно вот так вот на халяву покушать маленечко. Мы тогда, помню, в прошлый раз ходили. Здесь дают попробовать, там дают попробовать. Везде, короче, дают попробовать. Только успевай кушать. Пойдем в банану посмотрим. По-моему, в банане должно быть. Посмотрим, сколько стоит айфоны. Кстати, можно здесь посмотреть. А, как я смотрела, у них, видите, тоже до сих пор самсунги выдают.
как вам? У них плюс-минус цены одинаковые везде. Ну вот в этих вот магазинах, которые здесь, они плюс-минус одинаковые. Ой, нифига себе, там целый набор подарков. Кстати, Samsung, да, выдают. А, вот что дают-то с ним. А, это дают с другим. Это если ты Oppo покупаешь. Да, это если ты Oppo покупаешь, да. Вот. Apple. Здесь нет вообще отдельного Apple магазина? Нет. Он называется Studio 7. Studio 7 нету? Samsung. О, уже никого нету в Samsung. Все, пойдем посмотрим, сколько стоит. Мантика не упала. Ну, 4000. Знаешь? Да. Жалко. Жалко. Так, Apple Watch. Так. А, вот такие? Выбрать такой вот. Такой был, вот такой, вот такой и вот такой. Mm-hmm. А, еще и вот такой. Ну, это обычно. Карбоновый это вот, я не помню, какой-то вот тоже. Вот с кольцом, кстати, прикольный. Вообще, мне какой-то, я помню, понравился. Это вот, ну, прикольный такой. На ощупь? Да. В общем, цены пока не поменялись. А жалко. Samsung, к сожалению, в цене не упал. А жалко. Очень жалко. Да, Studio 7 прям отдельно. Был под Apple. Вот, ну, вот есть банана, в которых также продаются все же эти телефоны. Здесь стенд отдельно Apple. Вон он, стенд Apple. Так, в общем, смотрите. iPhone 15 Pro. Давайте начнем. Подожди. Давай, я поняла. Смотрите, 15 Pro, да? Вот, получается 128 гигов, 41 900. 42, потом 42 тысячи бат. 42 900, 54, 63 тысячи. Это надо, 256. А вот, например, 15 Pro Max, 48, 57 и 66. А цена? Ты что не до конца говоришь? 48? 900. Значит, 49 почти. Ну да. Вот, и цену, вот эту цену умножаем, соответственно, на 2,7. Тогда будет цена окончательно. Вот, да. Вот, кому интересно, вот поближе я вам еще раз показываю. Вот. Можешь, кстати, спросить, есть ли у них скидки. Может, у них от какой-то цены это... У них часто такое бывает. Если только... Да, вот, пожалуйста, 15 плюс. Вот, 13, 37, 900, так далее. Ну, в общем, вот такой вот. У меня, например, 15 Pro на 120, на 256. Вот, 45 900. Ну, стой, сейчас, кстати, умножу вам примерно, сколько это будет стоить. 45 900. Ну, то, как у меня, да? Умножить. 123. У меня 15 плюс, да? Нет. Pro? Ну, здесь тоже цены не поменялись. Здесь точно так же, как и было. Вот, переводчик. Поиск, зум, седьмой. Тоже 24. Ну, вот. 24 уже, все есть. Ну, короче, цены плюс-минус вот такие. Надо спросить, кстати, потому что, возможно, в некоторых магазинах... Да, я не понимаю, почему они сразу не указывают со скидкой? А зачем? Ну, ты приходишь, глядишь эту цену, да? А потом, потом тебя радует сразу. Сразу. Еще и скидка 4000. Да. А вот, например, Apple Watch. Сколько здесь стоит? Да. Apple Watch здесь стоит на 41 дюйм или сколько там сантиметров, 15 900, на 45 16 900. Да. Apple Watch серия 9, вот 27 900 и 29 900. Умножаете цену на 2,7, примерно сейчас так. Вот такие вот Apple Watch SE 49 490 и 10 490. Вот. Да, вот, кстати, 13-й. Сколько стоит? Есть? Это 13-й. А, это, видишь, еще скидка, да? Или обмен. Вот, 13-й. А 13-го Pro нет, да? Просто 13. Вот, сколько вот такой стоит сейчас? 128, 25. Угу. А на 256, 29. 28, 900, да. 29. 29, да, примерно. Мы узнали, там у них сейчас это идет скидка 1500 бат на них. То есть вот такой самый дешевый Apple 15 Pro Max. На 128 гигов стоит 47 400. Вот умножаете на 2,7, получается такая вот цена. Да. Это такая вот компьютерка. Да, это... Столько будет стоить сейчас вот iPhone здесь. Это 15 Pro Max на 128.
47 400 бат. А, ну, вообще это, кстати, дороже получается, чем Samsung. Вот, 127 900. У меня такой же получился за 46 000, но с кучей еще подарков. И то он даже не на 128 гигов, он на 512. Так, так что такие дела. По цене. Да, по цене. Но по цене 256. Вот, айфоны, конечно, дороже, но... Ну, у нас в России тоже айфоны очень дорогие. Как ни крути. Плюс-минус цены везде одинаковые. Вот есть другие магазины. Пожалуйста. Какие только не встретишь. Так, мы хотели этот сходить, посмотреть обувь. Пойдем? Да. Кажется, здесь есть все-таки студия 7. Сейчас дойдем. Ну, студия 7 это у них как официальный магазин Apple. То есть там много всего продают. Вот. Я бы не сказала, что дешевле. Я не знаю, я не приценила сейчас 15-м телефона у нас в России. Но вот напишите 127 тысяч за самую слабую модель, так сказать. 128 гигов. Дорого, дешево? 127 тысяч. Сколько у нас стоит в России? Вот. Samsung я знаю, что дешевле взяла. На старте продаж. Понятное дело, что через месяц, через два они уже будут дешевле намного, но я взяла первый. И я рада. Вот, Studio 7. Официальный Apple. Apple магазин. Сколько здесь стоит? Сейчас узнаем. Здесь многие подходят, играются. Apple Arcade. Да. Авторизованный сейлер, да. О, 15 Pro. А, не, смотри-ка. А, это просто Pro, да. 41 900, самая младшая модель. Так, а здесь получается... А, ну то же самое. Да, только этот, не 128 я обманула, а 256. И терабайтник. Да. А терабайтник вообще 66 900 стоит. Ну, может быть, здесь тоже какие-то скидки есть. Я не знаю, что это такое. Может быть, есть. Ну, вот такие вот, смотрите, вот цены. 15 Pro Max. Вот, бля, наушники, да? Умножать на 2,7. Цена. А смотри, какие-то скидки. Уши. Ну, как таковых, вот как у нас, интернет-магазинов я здесь не встречала. То есть, где у нас цены сбивают прям очень сильно. Нет, здесь нету. Мы вот хотели Вовке телефон Samsung взять, но 23-й. Но здесь это как-то дороговато получается. У нас в России будет дешевле взять его. У них нет пленки, у них это стоп. Да. Вот, о, 13-й. 13-й. Пожалуйста, 24 900. Вот и все. Вот, AirPods. Вот такие стоимости. Вот официальный магазин. Вот. С официальными гарантиями, ватрифаундами. А, кстати, да, не забывайте, ватрифаунд еще. Apple Watch тоже. Это все 9-я серия. 9-я это серия. 40, это 44, наверное. Ну, не знаю, ну, что это. Короче, вот. Здесь же, кстати, Marshall продается. Колонки. О, вот эти вот моноблоки. Когда-то я хотела, кстати, такой моноблок себе. Вот, мне прям нравится. Такая картинка сочная прям еще. Мне прям так нравится. Я бы такой купила. А, вот такой вот, да. На 8 гигов 250. Ой, нет, что-то дорого. 56 900. Ну хотя это ноутбук. Кстати, это как это, компьютер. Полноценный. Мне очень нравится качество картинки. То есть вот прям картинка прям такая сочная. Капец. Может, когда-нибудь я разорюсь. Но я не умею работать просто в этой системе macOS. Я бы, конечно, может быть, бы и купила бы, но macOS не умею работать. Да, кстати, вот. У нас дома стоит вот это под столом. Системный блок, а это вот. Системный блок. Прикольно, да? Ну как коробочка такая маленькая. Как приставка для этого, для телевизора. Вот, кстати, кому тоже интересно. Studio Display, macOS, Mac Mini 2900, 27900. Вот. Еще раз говорю, умножить на 2,7. Вот такая цена будет. Возможно, только есть какие-то скидки. Ну, не знаю. Пойдем дальше. Такой магазинчик, есть ноутбуки. Пожалуйста. Официально вас все проконсультируют. Надеюсь, больше мне не будут задавать вопросы, сколько стоит iPhone в этом. В Таиланде. Когда тут все, понимаете, зависит от курса. Когда мы приезжали в прошлом году, точнее уже позапрошлом, когда курс был полтора, здесь
пипец как было дешево. То есть вообще. То есть цены были прям копеечные. А вот, кстати, да, магазин-то. А сейчас, конечно, с курсом, к сожалению, не очень выгодно. Такие дела. А, это, наверное, так же, да, магазин? А, Камимура. Как ты и смотрел, да, в центре фестиваля. Да. Это Камимура. Красиво, кстати. Это все профессиональная такая вот одежда. Вон, курточку мерил, вот, подобную. Тоже маечки. Камимура. Ты вот такой, да, по-моему, мерил-то? Такую желтенькую. А? Сколько она здесь? 13 900. Нет. Ну, я бы не сказала, что дешевле. Вот это, по-моему, вот дешевле. Вот. 5400, по-моему. Стоит. Кепки тоже, видишь, какие. С это, да, вышитые. Ну, это такой этот, магазин, да. А, вот здесь смотри, видишь, это 50% скидка. Мальчики, да. Хочешь сказать, скажем уже, сколько стоит такая? Сколько? 1800. 1800, ну, нормально. А это еще умножать на 2,7. А, вот... Курс. Все зависит от курса. Говорю, вот проезжали полтора года назад, цены были, iPhone стоил, по-моему, 70 тысяч. А сейчас так, все нужно ловить было очень такие хорошие курс. Там повезло один раз. А если был курс один к одному, здесь вообще было здорово было. Цены, кстати, остались те же самые. То есть здесь они не подорожали. Все зависит от нашего рубля. Да. Вот, если вы зарабатываете в долларах, то вам вообще пофигу. Вот. А если вы зарабатываете в рублях, то да, к сожалению, стало дороже. Вот. Здесь тип как у нас. Да-да-да. Что, хочешь какой кофе? Нет, вот тебе раз. Давай. Давай, я хочу кофе. А потом пойдем ужинать. По кофеечку и пойдем. Можешь здесь сесть. Прикольно. Ну, я хочу шоколад блэш. А, это всякий кофе, да? Кения, Сахара, да. Это с разными сортами кофе, да, делают. Здесь же несколько сортов. Здесь я хочу шоколад бленд какого? Короче, вот так. Хочу вот такой вот. Что? Хочу вот шоколад бленд вот такой вот. Давай вот такой вот возьмем. Давай. Ну, гулять-то гулять. У нас, кстати, было бы не дешевле. Вот так. Сейчас выберем. Цены. Вот шоколад бленд. Да. Вот, я вот эспрессо, мока. Американо, латте, мока. Вот такой вот шоколад бленд. Да. Космическая такая кафешечка, прикольная. Ой, взяли все попробовать. Ой, мы фанаты кофе, фанаты техники. Да, и всего остального. Да, прикольно. Так сидишь с видом на Эйфелеву башню. Да, красота. Нет, действительно, знаете, вот приезжать вот сюда и прям по кайфу. Сходишь, смотришь, здесь что-то посмотрел, там посмотрел, здесь кофеечку выпил, там еще что-нибудь такое попробовал. Вот там сходишь на вот эту вот ярмарку, там можно что-нибудь прикусить. Так прийти, это можно попробовать, они тебе все дадут. Все хорошо устроились. Ну, здесь красиво. Хорошо везде пахнет. Приятные туалеты. В общем, короче, одни кайфули. Кайфули. Да-да-да. Сейчас нам сделают, да. Ай, так приятно пахнет кофеечком. Вообще. Мне кажется, это самый красивый кофе, который я когда-либо видела в своей жизни. Он настолько красивый, он с настолько... На Эйфелеву, да, башню. Девочки, пьем кофе с видом на Эйфелеву башню. Мы в Париже. Мы в Париже, да. О, я Дориан. Я убери руку. О, супер. Какая красота. Блин, такой запах вообще. Ой, все, Вовка, во, видите, в инстаграмчике заделся. Давай, один к одному. Соедини, два. А, вот, 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 видите, вот, все, мой инстаграмчик. Ты ж мамкин блогер, а, вообще. Мамкин блогер, блогер, девочки, мамкин блогер. Блин, его жалко пить. Все, кыщи отсюда. Ну-ка. А надо. Мока. Ну что, как? Стоит дорого. 90 бат. Шоколадный. Шоколадный что-то там туда-сюда, да? Ну что, так? Шоколад. Ну-ка, добавь мне тоже. Брауни.
Блин, такая красота вообще. Я даже не знала, как можно красиво сделать. Девочки, конечно, молодцы. Как вот у нас, мы тогда заходили в салют, да. В кофейню, только здесь есть несколько видов. Да. Это кофе. Вот, кто кофеманы, приезжайте, пробуйте. Можете и балдите. Добавить себе сахар, можете не добавлять. Да. И вот с таким видом на Эйфелеву башню. Да. В общем, сидим, кофеёй венчаем. То есть 6 видов зёрен кофе, они да. все разные. Любой обжарки. Выбирайте. А это, я так поняла, шоколадным оттенком, да? Да, мелкий шоколад. Вот так вот. Причём там здесь же можно, если вам какой-то кофе понравилось, да, купить. Зёрный кофе взять. Либо попросить, чтобы вам это... Помололи. Да. То есть здесь пакетики... Пенка густая стоит. Такая прям вообще. Прям так оп-оп-оп. Ну чё, дегустируем. Для любителей кофе приезжайте. Всё, сейчас мы покофеёмничаем и пойдем дальше. А мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всем хорошего настроения, любим, всех целую. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.